парни, всем привет! Сегодня мы продолжаем мучить вот этот вот коптер на моторах Amax 2305. Моторчики шикарные, я сейчас еще раз пролетел на 4S, четко действует, все работает. Сейчас я прилепил 5S аккум, посмотрите, какой он жирный, просто огроменный аккум на 1300 или на 1500, не знаю. Слегка уже покорябанный, но надо тьмоусотку закатать. Давайте посмотрим, как он полетит на 5S. Я боюсь пока газовать сильно, поэтому сначала аккуратно пролетим, посмотрим, как пиды, трясет, не трясет, а потом уже попробуем давануть как следует тапочку в пол. Аккум отлетали, я его не долетал до в ноль, я хотел приземлиться, посмотреть, как моторы себя чувствуют. Моторы на самом деле даже не горячие, то есть они слегка теплые, я не знаю, градусов может быть 45-50, то есть легкие, тепленькие моторчики, для них это не проблема. Было немножко потрясывание в воздухе, я сейчас чуть убавлю пиды, попробуем еще. Прошло уже достаточно много времени, это все тот же самый коптер на амаксовских моторах, и я его гоняю на 5S, теперь уже почти на постоянку. Какой же он все-таки убойный. А моторы, после довольно жесткого полета, они слегка теплые. А аккумулятор просто горячий. Это графены, новые графены 5S на 1300, по-моему. Да, на 1300. И я должен сказать, что он действительно выжимает их полностью. Регуляторы REV35 работают хорошо на 5S, моторы работают отлично, все остальное вроде в порядке. Сейчас я вам еще оставлю GoPro включенный, послушайте, как он орет, просто фантастика, и топит как надо. Во! Хорошо идет. На. Очень-очень бодро прет и особо не вибрирует. Очень здорово. Газ, к сожалению, на ОСД остался вне кадра, поэтому нифига не видно, сколько там газ держу, но где-то 50 вот сейчас и вот сотка. Очень весело. На монтаже сейчас сижу, смотрю этот футаж и очень-очень быстро хотел предупредить. Друзья, если вы не знаете, что делать, не ставьте 5S на коптер, это слишком быстро. Если у вас он не под контролем, если вокруг люди какие-то ходят, это очень опасно, поэтому будьте осторожны. Сейчас я положу камеру куда-нибудь на другое место, посмотрим еще разик, но суть в том, что моторы практически не горячие. То есть это можно сказать, что моторы он не раскрывает полностью. Ну или моторов реально хватает. Это циклоны 50/46, так что это не самые простые пропы. Рвет он на них не просто нещадно аккумулятор. Аккумулятор очень-очень горячий, то есть он реально горячеват.
Но такая уж у них участь. Это все-таки акумы на убой, не очень дорогие. Я их специально именно для этого и брал. Вот так вот я ее поставлю. Я думаю, так будет всем хорошо видно. Так, погнали. Попробуем сейчас еще разик давануть газку. Безумно, безумно. Просто он топит. Просто жарит тапку в пол. Очень плавно идет, очень быстро идет. Аккумуляторы сдувают, чувствуется, он не хватает их. Долго держать газ не могу. Что мне очень нравится, то что даешь чуть-чуть газку, а он долго летит. Висит в воздухе, потому что скорость высокая. Соответственно, дуга очень большая, длинная. Можно очень много чего успеть сделать за один подхват. Что-то типа такого. Очень жесткий коптер. Очень злой, на таких пропах, на 50-45. Моторы слегка теплые, особо не горячие. Аккумулятор прям кипяток, аккумулятору реально плохо, Надо аккумуляторы, видимо, еще дороже брать. Хотя здесь стоит типа 65C, но их все равно не хватает. 65-130. Да, коптеру лайк. Если вы думаете, какие моторчики взять, чтобы прям реально рвало, то вот они. Их, правда, сейчас сложно доставить, и они еще и сейчас цену подняли. Но, на мой взгляд, это, наверное, одни из самых мощных моторов на данный момент. Получается, что так. Ну, в общем, если вам понравился этот ролик, жмакайте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, заглядывайте в описание, оставлю ссылочки. Амакс постоянно почему-то меняет цены на моторы. Сначала они стоили там $14, потом $16, сейчас они уже $17 стоят. Надеюсь, что они не подорожают. Но моторы даже за $16-17, это средний сегмент получается, они просто безумные. Очень клевые моторы. На этом все. Пока.